Хлебзавод Нойслагерь. Нойслагерь — это близ Йодербак, близ Алтеслагерь. Хлебзавод. Вот в кадре это здание. Рядом здание, которое вот видно, такого же красного кирпича, тоже относилось к хлебзаводу, но это было еще до нашего присутствия здесь. Заброшенный тоже. Вот вход сюда. Вход под Козырьком. Подъезжали автомобили и развозили хлеб по воинским частям. Едоков много было в округе. Ежедневно надо было их кормить. Да. Любое. В любую погоду, в любое время года. С теплотой отзываются участники группы Алтеслагерь, подписчики канала. Вот имена работника хлебзавода. Вот тут вход. Наверное, зайдем по-быстрому. Да, времени 11 часов 26 декабря 2023 года. Это было тут КПП или проходная, или что ж тут было. С большим трудом комментируют подписчики канала. Вот так прямо была дорога. Вот так дорога была. Тут столбики отстоят, видимо, тут был забор. Наглядная агитация. Элементы наглядной агитации. Скорее, крещивости всякие. Тут видно курилка. Я сюда ехал, была солнечная погода. Солнце было. А с утра был дождь, всю ночь был дождь. Утром. Вот сейчас снова солнце ушло. Дождь как бы не пошел. Да, забора тут нет. Теперь вот он упал. Забор. Ну, вон там начинали видео. Вон там прямо. Ориентир вот это здание хлебзавода. Туда прямо там уже материальные склады. Центральные материальные склады. Которых нет. Там пустырь. Да, вход сюда. Здесь также вот Козырек. Труба котельной. Велосипед. Притаился. На нем мы приехали. Вот здесь элементы электрооборудования. Там элеватор. Элеватор, да. Быть может, эти вот здания красного кирпича относились к элеватору. Или все это было в комплексе. Элеватор, эти вот помещения, здания. Само здание хлебзавода. Козырек. Шиферный покрытие. Что тут заметил? Тексты тут были. Теперь не видно.
Мы на крыльце уже. Да, здесь как раз выдавали хлеб. Подъезжали автомобили сюда. Хлебовозки. И загружались. Это вход. Тут направляющие видны, где видно, тележки ходили. Закрывалось, тут были ворота, вот засов какой был. Это элементы засова. Закрывашка, открывашка. Здесь, видимо, отстаивался хлеб. В ожидании погрузки готова продукция. На картинке, которые тут внимания не обращаем. Вот здесь нечто ванны такое для ног, что ли, как я определяю. Тоже мало кто поясняет, что тут было. Видно, батарея тут была. И не одна вот батарея по стенам. Деревянные тут колонны стоят, подпорки. Ой, прямо там как раз вот цех, который, где производился хлеб, выпекался. Здесь коридор. Коридор или... Помещение просто. Вот печи. Здесь были печи. Вот они сейчас есть, ну, в таком состоянии, что печи. Здесь было оборудование, которое... Ну, тесто замешивалось. Достаивалось тут опары. Ага, вот как раз рецептуры хлеба. Вот тут написано. Рецепт. Примерно рецептура и технологический режим приготовления теста из муки с первого сорта и пшеничной, обойной, опарным способом. И там текст. Да, будет не один раз уже. Бывали. Окна тут почему-то разбиты. Вытаскивали, наверное, тут железяки. Да, с этого ракурса на этой печи. Этот жал. Вентиляция была. И мы в эти двери тут... Выйдем туда, на выход. Тут темно. С левой стороны подсобное помещение. Туалетная комната, умывальники, комнаты отдыха. Мы направо повернули. Вот здесь вот хранилась мука, склад, где склад? А мы же выходим здесь в эти двери. Вот этот склад, он также сделан, как помещение готовой продукции. Вышли. Капает. Слышны капельки. Вот это вот уже территория элеватора.
подсобные помещения были. Вот здесь был автопарк. Сюда подходила ЖД-линия, оказывается. Вон, вижу, шпалы лежат. Что-то летом тут я не видел. Видимо, линия все-таки подходила. Потому как прямо пойти, если как раз там линия у материальной складовой. Вот она сюда приходила, видимо. Вот тут шпалы. Да, наверное, все-таки ЖД-линия была. Это вот уже объекты автопарка. Это автопарк был небольшой. Ну, вот автопарком его не назвать. Вот хлебзавод. Труба еще цела. И не одна, вон вторая. С левой стороны видно. Это вот этот бассейн. Вот там мы тут видели его. Даже плохо видно летом. Сейчас вот получше видать. Надо нам заканчивать видео и уезжать. Ветер поднялся. По прогнозу должен быть дождь в это время, но я не поверил прогнозу. Посмотрим. Вот на территорию автопарка мы ходим с вами. Здесь где-то были смотровые ямы. Встречал тут где-то. Забор, ворота, все это было. Вон там мы вышли с вами. Из тех ворот. Да, сейчас 9 градусов тепла или 10. Вот какие заросли здесь. Это ежевика или? Да, ежевика начинает расти. Начинает, да, заросли. Вот мы обошли, мы побывали в этом здании, здании хлебзавода. Вот так обошли вокруг. Имеем представление, что в настоящее время представляет здание хлебзавода, но и с лагерь. 26 декабря 2023 года. Да быстро пасмурно сделалось. Вот так прямо. Тут уже была прачечная. Мы видели в этом году ее. Санировали, снесли. Забор. Вот элементы забора, что сохранились. Вот здесь мы начинали видео, здесь мы будем завершать. Поздравляю с наступающим Новым годом. Поздравляю подписчиков канала на YouTube, гостей, кто заходит.
на мой канал. Участников групп, с кем мы сотрудничаем долгое время. Долгое время, это уже 15 лет. Летом будет 16. Поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия. Да, с наступающим. Рядом уже. Наверное, слышно, как ветер гудит. А мне еще ехать надо по ветру. Да не будем мы тут задерживаться сегодня. В следующий раз мы походим еще здесь. Вот так прямо по дороге, если будем идти, идти. И там КПП, ворота. И дорога там направо Ютербок, налево Алтыслагерь. До свидания.